Ну что, друзья, вот мы недолго ждали, прилетела iOS 16.0.1, как раз поправили те баги, с которыми мы висели на релизной iOS 16. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, некоторые iPhone, особенно iPhone 14, 14 Pro, испытывали такое, как мерцание камеры, там при включении там камеры был просто темный экран, никаких действий не было. Ну и, конечно же, всплывающее уведомление во всех приложениях, там разрешение на вставку текста в это данное приложение. Это, как оказалось, был баг, это все поправили, это не касается никакой безопасности. Это, в принципе, те все нововведения, которые касаются этой прошивки, это баг-фикс системы. Но накатывать не спешите, потому что автономность может быть хуже. Подождите пару дней, я проверю все тесты на разных устройствах и опубликую это все в сообществе канала. Чтобы это не пропустить, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. Оставьте позитивный комментарий, дальше больше, скоро увидимся.